Всех приветствую на канале Ярославский огород. Тема ролика «Капуста Надежда. Урожай 2019». На дворе 25 октября. Погода стоит теплая, но обещают заморозки. Поэтому решено убирать капусту. Было посажено примерно 25 кочней, но из-за крайне плохой для капусты погоды, в мае-июне жара, а в июле-августе дожди, подавляющее большинство кочней не вызрело. И под засолку отобрал только 6 наиболее плотных. Подписывайтесь на канал. Всем пока!